Глава Химок Дмитрий Волошин вместе со своей командой провел обход микрорайона Фирсановка. Сначала осмотрели здание городской больницы на Речной улице. Выяснили, в каком состоянии находится учреждение, чтобы составить план действий по его реконструкции. Затем заглянули в библиотеку по соседству. Здесь также нужен ремонт. Интерьер уже давно устарел. Да, и стеллажи, и, конечно, ее нужно уже освежать. В новой концепции делать, где уже можно располагаться. Да, вот поэтому, вот пример убираем, наша библиотека юбилейный 20, который я делал под свой контроль. Да. Вот в таком виде у нас будут все библиотеки. Это чтобы было место, где можно проводить литературные вечера или какие-то темы обсуждать. По пути с точки на точку к Дмитрию Волошину подходили люди со своими обращениями. Глава района слушал каждую жалобу и просьбу. Некоторые вопросы удалось решить на месте. Жителей дома номер 10 по Речной улице беспокоит сильный запах канализации. Звонки в разные инстанции не помогли. После спонтанного разговора с главой проблему с заменой труб обещали решить в ближайшие сроки. Поменяют сейчас делают, в августе, то есть не когда-то там потом. Хорошо, а давайте поменяйте там до 1 сентября. Все, что нужно, удобно. После рабочая группа отправилась в конец улицы Мичурина. Там находится пустырь, заросший лопухами и бурьяном. Местные жители жалуются, что гулять им негде, и просят облагородить территорию. Поставить скамейки, беседки с мангалами, сделать дорожки. Дмитрий Волошин попросил своих помощников уточнить всю информацию и подготовить для решения вопроса соответствующие документы.